Сокращение количества чиновников на местах является прямым поручением президента России, губернатора и правительства Московской области. В результате оптимизации кадрового состава число сотрудников местных администраций в Одинцовском районе уменьшится в 3 раза – с 900 до 300 человек. Процесс такого масштабного сокращения будет длиться около 2 лет и пройдет в 2 этапа, первый из которых завершится уже в этом году. Мы четко проинвентаризировали, собственно, все те отделы, все подразделения администрации района, администрации поселений, смогли оптимизировать структуру. И не только здесь, но и в поселениях. Выверили все полномочия, которые были переданы согласно 136-му закону на уровень района. Посмотрели нагрузку на муниципальных служащих. Мы масштабно подготовились и на сегодняшний день считаем, что это нам по силам провести такое сокращение. Пристальное внимание будет уделяться трудоустройству сокращаемых людей. Лучшим предложат работу в муниципальных предприятиях, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, расширяющейся сети многофункциональных центров оказания услуг. Обязательное условие – это сохранить тот кадровый потенциал профессиональный, который у нас был в районе, те, кто зарекомендовали себя хорошо в работе, чтобы они не оказались на улице. Предлагаемый план сокращения числа муниципальных служащих депутатами районного совета был единогласно одобрен. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».